заседание Совета по улучшению инвестиционного климата чуть более 3 месяца тому назад я огласил свое инвестиционное послание, в котором, конечно же, безусловно, большая стратегическая программа по развитию инвестиций у нас в регионе и намечены стратегические направления работы. Безусловно, я понимаю, что на сегодняшний день все вопросы нельзя было решить, но, как вы понимаете, мы инвестициями занялись не вчера, не год, не 5 лет тому назад. Это долгосрочная программа в регионе. Но некоторые моменты были конкретизированы. В частности, вот одним из первых вопросов, которые мы сегодня будем обсуждать, это целевые модели по привлечению инвестиционной привлекательности региона. Я хотел бы, чтобы сегодня мы заслушали, как идет процесс внедрения этих целевых моделей, ну и, безусловно, с чем мы на сегодняшний день сталкиваемся. Далее. В обращении к расширенному заседанию Народного Хурала, когда я говорил тоже об инвестиционной привлекательности, я говорил и об оценках, о критериях оценки эффективности работы органов исполнительной власти. Сегодня как отдельно таковой вопрос не стоит у нас в повестке дня, но будут отчитываться, будут говорить о работе главы районных муниципальных администраций. Я хотел бы, чтобы этот момент тоже прозвучал в ваших выступлениях там, когда мы будем говорить о принципе одного окна. Ну и, безусловно, конечно же, то, с чего я начал, меня интересует, и не только меня, безусловно, всех инвесторов, бизнес-предпринимательское сообщество нашей республики, на какой стадии сегодня идет реализация инвестиционного обращения, инвестиционного послания. Ну и в завершении мы обсудим планы на текущий год. С учетом, конечно же, опять же, стратегической программы, которая есть сегодня в республике, и с учетом того, что мы с вами договорились, мы, конечно же, не ставим перед собой невыполнимые задачи, мы реально оцениваем ситуацию. И я исходил, когда мы готовили инвестиционное обращение, инвестиционное послание, что это все, конечно же, долгосрочная работа, ежедневная работа, но должны быть расставлены некие реперные точки, и по срокам в том числе. Я предлагаю приступить к работе. Регламент нашего совета сегодня от 5 до 7 минут основные сообщения, доклады, и до 3 минут в прениях и в обсуждениях. Если не возражаете, давайте и еще. У нас помимо докладчиков, помимо основных докладчиков, есть еще содокладчики. У меня есть предложение выслушать вопрос целиком и уже потом, по завершению всех выступлений, приступать к обсуждению. Начинаем. Пожалуйста, по первому вопросу, как раз целевые модели обращения процедуры ведения бизнеса, министр экономики республики. Да, Лига Массанджио.